Добрый день. Здравствуйте. Вот у нас команда юниоров, молодых рыбаков, участвующих в соревновании «Три пескаря». Расскажите, ребята, о рыбалке, о первом опыте. Вот, я считаю, он незабываем, наверное. Ну, что поначалу могу сказать. Приехали, разложились, замечали прикормки, 8.30 стартовали. Сделали закорм на 18 метрах, я сделал свою точку, глаз сделал на 22 метрах. Вот, получилось так, то, что на 18 метрах ну, почти не было никакой активности, а у Влада была хоть какая-то, и были первые поклевки. Поклевки сначала были, наверное, каждые минут 20, и реализации практически не было. Вот, был момент, когда за 5 минут буквально поймал 3 рыбы, прям одну за другой. Я уже думал, ну все, встал на точку, сейчас я за полтора часа налавлю, и фиг там был, после этого ни одной поклевки больше. Вот. Ну, примерно такая же ситуация, к сожалению, было очень много обрывов, сходов, вот, около 6 их было в улове, 2 рыбки, но, в принципе, я доволен, хотя на обычной рыбалке... Какой вес у вас, ребят, получился? 11, да? Да. Ну, молодцы, ничего, лиха, беда начала. Да? Да? Всем постаньше, приезжайте.